Сергей Обиженко, главный врач больницы Мечникова. Доктор Меднов, профессор. Какая цель приезда литовской делегации сегодня к вам? Что вы им покажете и с какой целью они приехали? Сотни больных, сотни раненых, которые получили реабилитацию в Литве, сегодня находятся дома, они имеют возможность передвигаться, они живут в семьях, хотя при поступлении в больницу Мечникова их будущее было призрачным. Их провели сложные операции, но без определенной реабилитации, в том числе психиатрической, в том числе физической, их будущее было неизвестно. Сегодня мы обсуждаем с нашими литовскими коллегами психиатрическую реабилитацию. У нас есть свои наработки. Через больницу Мечникова прошло 3000 тяжелейших раненых. Многие из них получили контузии, ранения в голову, в грудь, в живот, в конечности. И, конечно же, те программы, которые наработаны сегодня в больнице Мечникова, они будут актуальны для любой воюющей и не воюющей страны. Немного тяжелых раненых я уже акцентировал, внимание на том, что к нам поступают, к сожалению, психосоматические расстройства. И наши врачи-психиатры оказывают им помощь прямо совместно с хирургами и анестезиологами. Конечно же, тысячи конечностей не сохранили, хотя я вам потом покажу, какие страшные, что, я думаю, по классической травматологии, может, правильно было бы и сделать ампутацию. Вы знаете, вот все мои родственники, сами раненые, верят в то, что они обязательно будут с конечностью, с ногой или с рукой, и мы стараемся так.